Во-первых, оппозиция вышла и 1 мая, и реальная структурированная оппозиция с вождями, с организацией на 1 мая выходила. Это прежде всего КПРФ. А что касается 6 мая, то значительная акция, которая была проведена, могла бы быть гораздо сильнее, если бы у этих людей, которые сегодня собираются на Болотной площади, вот, были настоящие лидеры, оппозиционные лидеры, а не те, кто сегодня себя выдает за таковых и пытается, убедить людей, что это вот будущая надежда России. Это такие же либералы, которые были в 90-е годы. Это, в общем-то, тот же вариант, модификация тех, кто сегодня правит Россией. И новых программ, кроме политической болтовни о свободе, они народу ничего не дадут и не принесут.